Алло, дорогой, где тебя черти носят? Спокойно, дорогая, они знают, куда меня принести. Детство заканчивается в тот момент, когда мама перестает прятать от тебя конфеты, а папа начинает прятать бухло. Ну ты и ужасно храпишь. Я не храплю, это мне снятся мотоциклы. Когда мы уехали, оставили нашего изящного кошечку бабушке. Когда приезжаем, смотрим, по дому бегает батон с лапами. Бабушка сделала вид, что она тут ни при чем. А что значит шестой разряд у охранника? Это значит, что он уже решает кроссворды из науки и жизни. Мне почему-то все время кажется, что начальник смотрит на меня и думает: это устройство, безусловно, может работать быстрее. Русское застолье – это ящик пива, ящик водки, палка колбасы и собака. А собака зачем? Ну кто-то же должен есть колбасу. Вовочка спрашивает у папы: папа, а как разговаривает змея? Отец смотрит на тещу и говорит: и что же мы молчим, Матрёна Мартыновна? Ребенок же интересуется. Эй, соседка, я пришел отдать тебе огурец, который занимал позавчера. Так ты же два огурца занимал. Ну извини, обсчитался. Поймал золотую рыбку. Она внимательно меня выслушала и сказала: Жар. Не отрицай, я своими собственными глазами видела, как ты целовался с нашей новой почтальонкой. Извини меня, дорогая. Я думаю, что это прежнее. Пришел к выводу, что пора связываться с интернетом. Сегодня утром пытался набрать пароль на микроволновке. Матрёна, ты не поверишь. У меня после свадьбы начались проблемы со зрением. Какие именно? Я денег не вижу. Подписываемся.